Йоу. Что, появилось полчасика между работами. Сейчас заскочим. Посмотрим, что вводится вот в этом парке, в этом пруду. Мы находимся на Софийской. Здесь у нас есть парк. В этом парке есть пруд. Пойдем посмотрим, кто там живет. Какие-то маленькие рыбки есть, атакуют, но не слишком маленькие. Пока ротаном не пахнет. Ну что, еще один водоем расколдован. Первый пошел. Поклевочка была сразу. Ну что, вторая рыбка, и сразу хороший размер, зачетный, крупный ротан тут есть. Мы его отправляем отдыхать. Ну, это была прям поклевочка в руку. Мощная. Засранец. Отгрыз резинку. Вот вам и наживки. Просто на кусочек-то, который остался от резинки, доловился. Молодого человека отпускаем аккуратненько. Ребята, только что видел карася. Вот там. Достаточно крупного. Ему на грамм 300. Рыбалка становится интересной, а времени все меньше и меньше на рыбалку. Так, только что был выход карася за приманкой. Это нету. Thank you.
Ну, когда увидел двух здоровых карасей, хочется теперь половить карасей. Я думаю, придем сюда как-нибудь за карасем. Ну что, у нас было, к сожалению, всего 30 минут. Быстренько пробежались, потыкались. Ротан есть. Ротан достаточно крупный, есть приятненький. Также видели два карася. Таких, наверное, грамм 300, может 400. Жирненьких. Даже была поклевочка. Прямо около ног. Но мы ее не реализовали. Ну, у меня палка еще такая, неподходящая для такой ловли. Зато удобненько в рюкзак бросил. А? И куда захотел, поехал. Блин, проловили всего одно маленькое место, наверное, метров 30 вдоль берега. Водоем гигантский. Перспективный. Я думаю, я сюда еще обязательно не один раз приеду в попытках поймать что-нибудь посерьезнее, чем ротан. Все, идем работать. Всем продуктивного дня, всем нехвостной чешуи. Пока.